И к теме коронавируса. Ранее переболевшие COVID-19 могут повторно заразиться новым штаммом, впервые обнаруженным в Великобритании, передает РИА Новости. Вероятность заражения зависит от типа антител, которые выработались в крови переболевших. Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового типа коронавируса 14 декабря. При этом отмечается, что мутация может быть на 70% заразнее привычного вируса, который с нами уже больше года. В России новый штамм не выявлен. Зато не снижается рост заболевших COVID-19. За последние сутки в Якутии выявлено 190 новых случаев заболеваний. Власти Якутии еще раз обращают внимание на рекомендации, как отпраздновать долгожданный праздник без перспективы оказаться после него на больничной койке. Указом главы Республики Саха-Якутия установлено ограничение в части совместных празднований мероприятий. Указ готовился таким образом, чтобы все-таки Новый год стал поистине семейным праздником. И, безусловно, та информация, которая идет от административных комиссий о проведении достаточно больших и крупных корпоративов, она не может у нас не вызывать вопросов. В любом случае, при проведении совместных мероприятий, помните четко принципами, которые мы старались жить, и вы прекрасно их соблюдали в течение всего этого года. В лидерах по заболеваемости остается столица республики. За последние сутки там 84 случая, 14 заболевших в Мирнском районе и 2 в Ленском.